приветствую вас на своем канале. Сегодня в данном видео хочу затронуть такой маркетплейс, как Bonanza, да. Вот, много комментариев иногда поступают, вопросы. Да, и сам, можно сказать, не знал, почему на тот же Printful, да, не интегрируется с Bonanza, нету настроек, хотя у меня видео есть о том, как торговать на Bonanza при помощи Printful, да. И я тоже, ну, я там уже не торгую, так как аккаунта уже там нет. Но у меня видео есть, да, что и продажа там была. Маркетплейс хороший, да, мне нравился, удобный в обращении, много всяких бонусов, да. Но дело в том, что я написал тот же Printful, да, и они сказали, что Bonanza сама с ними сотрудничество как бы прервала. Ну, у них свои соображения, свое движение, своя жизнь. Ну, в общем, они не хотят больше сотрудничать с сервисами, печатями по требованию Print on Demand. Ну, это их не выбор. Не знаю, почему они так сделали. Каждый при своем остался. Но также Bonanza не запрещает вам, ну, любому человеку, как продавцу, продавать здесь что-то, ну и покупать, да. Также можете зарегистрироваться в качестве продавца и продавать свои какие-то товары, да. Ну, то есть без помощи средств, сервисов этих, печати по требованию, да, то есть отправка, все, всеми финансами, все сами занимаетесь, все эти шиппинги прописываете, ну, все сами, в общем, в листингах создавать на любом маркетплейсе, да. Так, я вот делал обзор, у меня видео есть на эту платформу хорошую, Shirt Gang, да, которая интегрируется со многими платформами, да, и вот тут, ну, перешел на Bonanza, думал, может, здесь можно интегрироваться, да. Оказывается, вот, ну, что они пишут о Bonanza. Bonanza объявила, что после этого они больше не будут поддерживать товары с Print on Demand на своем рынке с 1 февраля 2021 года. То есть это не только Printful там или вот этот сервис ShirtGang, а в общем все сервисы печати по требованию больше не будут сотрудничать с Bonanza, да? Так, вот, если более подробно, да, вот можем почитать. В общем, все сервисы печати по требованию, можно так сказать, прощаются с сервисами печати по требованию. Это было с 1 февраля, да? Вот мы перешли по ссылке, да? И вот более подробно написано о сервисе, прощаясь с Bonanza, да, они пишут. Привет, банда, да, администратор, то есть... Вот он, еще в январе написали этот пост. Сегодня у нас печальные новости. Интеграция с Bonanza, то есть, пропадает с 1 февраля, да? Bonanza объявила, что не будет больше работать с компаниями печати по требованию, ну, с такими, как это, например, да, после 1 февраля. Вот статуя, ну, это что пишет Bonanza, да, и Bonanza также просит, что все участники, ну, то есть, не только к этой платформе, да, а вообще, кто через сервис печать по требованию размещены у них на Bonanza продукты, да, от сервисов печать по требованию, чтобы они были удалены. То есть, ну, уже, соответственно, уже март, они уже, соответственно, всем разослали, наверное, предупреждение, кто интегрирован с сервисами печати по требованию, да. Ну, так они приняли решение, да. Ну, то есть, если даже сами не удалите с продукта печати по требованию с их платформы, они сами их удалят, там санкции какие-то применят. Так что, ну да, конечно, минус один маркетплейс, ну, в плане того, чтобы интегрироваться, да, с сервисом печати по требованию, чтобы, ну, более удобно. Не каждый там имеет свой товар какой-то, чтобы продавать на каких-то рынках, да. Чем и сервис печати по требованию удобны, не надо наличие товара иметь, отправкой заниматься. Разместил и все, и продавай. Ну, такое небольшое, как бы, видео-объявление, да. Может, кто-то не знал, интересовался этим вопросом, почему там на Printful там нету интеграции, да, это из Bonanza, которая раньше была, что у меня видео есть, люди задают вопросы. Ну, вот этим видео хотел просто ответить на вопросы и, ну, показать, рассказать, почему сейчас с Bonanza сервисы печати по требованию не сотрудничают. Ну, такое небольшое видео объявление. Я думаю, всем понятно. Все. Всем счастливо. Подписывайтесь на канал. До свидания.